Тогда нужно отрабатывать, закрывать глаза и работать. Быстрее! Жгут принесите быстрее. Один. Долго, долго. А товарищ, что один, его не волнуйся. Ранее правую руку, быстрее! Быстрее! Еще быстрее! Где он? Ищи, рожай, быстрее! Быстрее! По тебе попадание пошли! Быстрее! Быстрее! Вот, поэтому, если же было определено идти из патрона патроники, всегда должно быть в такое положение прибегать. Тогда вы, наверное, вот здесь. Четко. Моментально будет. Это можно сигнально же сидеть. Поэтому, если шли, идете, видите противника на 12 часов, работает сюда. Пришел. Максимально поменьше. Можно на карта упасть, сесть, неважно. Все, отсюда тоже можно неплохо бой вести. Вот. Отработал. Быстренько за укрытие ушел сразу. Можно врубать свет. Да, свет будет. Работа, работа, пошли. По вспышкам ориентируйся, что ты думаешь, быстрее! Снять с предохранителя. Вниз. Вот, отлично. Ничего не важного. Потом поставишь его. Главное выстрелить. Доставай потом патроник. Вот так нельзя делать. Может быть, утыкание патрона. Нельзя за того сопровождать. Оттянуло, резко отпускаешь его. Пробуй. Поехали. Граната по центру. Оптимизм. Да, если есть дерево, можно за дерево взяться. Еще лучше будет. Но лучше упасть за дерево, потому что дерево может... Пальчиками закрываем перепонки ушей.